Чем я занимаюсь? Занимаюсь сейчас подготовкой к чемпионату России. Вот. В общем-то, это мое самое главное сейчас движение в этом направлении. Ну и новый Powerhouse Gym. А мечта? Ну сейчас мечта, чтобы все прошло у нас хорошо. То есть, это прямо цель, мечта и мое стремление. Самый ком давай. Ну, меня зовут Светлана Шумникова. Начала в 97-м, но как-то вот так-то уходила-приходила. В 2003-м съездила по фитнесу, ну что-то как-то в 49 килограмм маловато было. Потом перешла в боди-фитнес, закончила бодибилдингом. Вторая на России, последние были в 2006 году. Ну, сейчас занимаюсь... Вы там в Мурманске? Заветная мечта, Светлана. Заветная мечта, но в ближайшее время это, конечно... Родить. Семья, малыш. Родить. Я нянька хочу, Света, давай уже. И еще раз выступить. Татьяна, вы сегодня подписались уже Очередь. Мини-садик, открываем мини-садик. Ну, так скажем, это одна из самых моих. Не то чтобы мечта, но тема актуальна. В одном из первых мест. Развитие своего центра. Насколько мне ужасно это нравится, вся наша сфера. Мне нравится Светка, знаете, чем? Своим позитивом. Светлана передает эстафету. Спасибо. Кому угодно. Он Карликин, вот. Свет, где слива? Я тоже все. А, да, он вот, уже Карликин у нас, шашлычник таджикский. Гастарбайтер. Это вообще корона уже стоит. Он не прибился, мы, по-моему, в самолете. Угольский потом будет разговор. Но это не сегодня. Да. Мы в самолете летели, он серьезно? Пойдем поговорим. Да, представится ваши достижения и ваши заветные мечты. Да. Дима, скажи, когда мясо кончится? Кристиану Роналду. Обладатель чемпионов. Хочу выиграть чемпионат мира в тяжелом весе. И покататься на яхте Абрамовича. Я хочу у него купить ее. Правильно. Кому передаем эстафету? Вот девушки рядом. Я на мясе работаю. Нет, все сбежали. Ленуха.